Короче. Сейчас буду ебашить перец. Ну, Малар, можешь сделать, пожалуйста, название? Есть самый острый перец в мире. Так, короче говоря. Фух. Ну так вообще волнительно, кстати говоря. Такс. Такс. Ну ладно, пока нет. Хочешь поднять бабла? Заходи на Apex. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, слоты, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй в свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. Молоко у нас. Вот. Блин, ну как повыше-то сделать тебе? Все, вроде пойдет вот так. Охуенно пойдет! Классно! Можно мужику поопичнее, пожалуйста? Lucid Dreams. Я что-то не знаю, как сделать. Придурки, что вы ББ пишете, блять? У меня вообще-то нахуй сейчас будет перец есть, я буду. А, вы типа со мной прощаетесь, что я умру? Ну, в ГТРП. А, да не бать, блять, все нормально будет. Так, сделал ставку, выживешь или нет? Давай ставку. Продержусь ли 3 минуты без всего? А? Ебать. Так, куда вывалить эту хуйню? Ой, это нихуя себе, ребята, она вообще что-то не очень выглядит. Так, но мне нужен тарелка. Молоко есть. Тарелку надо. Thank you.
Ой, бля, ребят. Хотите разрезать один, посмотреть, что в разрезе, а? Да? Давайте. Такс. Такс. Охуеть, это столько там косточек ебучих. Ставка уже есть, да? А, блядь. Бля, давай. Ой, бля. Нет, сейчас, ну это сделайте типа, по-любому, понимаете? Таймер? А как таймер сделать, кто не знает? На Твиче таймер добавить. Малар, может, ты знаешь? Можешь написать мне в группу или в личку? На телефоне нет, надо, чтобы быстрее было. Какой из этих есть? Не, ну мне целое надо будет въебать, да? Через сайт вывести как окно. Поставить свечку онлайн. Таймер. Так, давайте, короче. Бля, ебать, что-то стрёмно, пиздец. Глаза аккуратно. Окей, окей. Так, короче, только смотрите, чтобы я лицо не трогал. Так, короче, таймер я ставлю на 5 минут. И ровно когда будет 3 минуты, я въебу перчик. Фух, ебать! Давай! Это вот такой звук будет, когда я закончу. Потом Кен был хороший, правда, ничего ни с кем не бывает, понимаете? Сейчас в телегу скажу то, что я сейчас буду есть самого фриперис в мире. Телеграм, короче говоря, привет, я сейчас буду есть самого фриперис в мире.
Вот этот. Каролина Риппер. Лучше не касаться руками лица. Я запишу сюда еще кружок, именно как я въебу его. То есть вот, насколько хватит, насколько хватит. Но полная реакция будет на стриме прямо сейчас, в прямом эфире. Вот. Мне немного страшно. Там еще надо будет суть в том, чтобы продержаться без молока, без мороженого 3 минуты ровно. Вот, короче, сейчас я буду ебашить. Ссылка чуть выше. Такс. Вывести. Захват окна. Браузер. Так, короче говоря, браузер. 5 минут я ставлю запуск таймера, да? Обратный отчет. Да-да-да. Так, короче говоря. 3, да-да-да, 3. 5 минут я ставлю. 4 минуты я ставлю, и ровно через минуту въебываю перец. Старт. Такс, ебать, что-то страшно, какой мне въебать из этих вот. Ну вот этот, наверное, разъебу. Он такой средний, поняли? Средний, типа, большой в два укуса, типа, а средний я смогу в один укус, и, типа, будет справедливо. У меня нет слюней, чат. Бля, я забыл в телеграм записать. Ебать. О, ебать. О. Ебать! Я не могу дышать! Ребят, дело. Ай, блядь. О. Блядь. Бля, ай-яй-яй. О, блядь. Ебать.
Дышать невозможно. Меня слышно, чувак, напишите. Мне нужно мороженое, походу. Дипер, дикачак, мужик, дикачак, ну-ка, смотри, блёкся. Не просто гигачат, а Диппинс гигачат, мужик гигачат. Поняли? Поняли? Когда ешь? Мороженое? Когда ешь мороженое, отпускает ненадолго. Диппинс гигачат, мужик гигачат, вот так вот. Когда ешь мороженое, отпускать недолго, но потом, если 2-3 вдоха делаешь, все, пизда нахуй. Ты начинаешь дышать адом. Ух ты, блядь. О. Блядь. Ебать.
В глаза не занесу, я аккуратно. Выпить энтеросгель. Будет вторая часть стрима. А, бля. Я с его огнем, бля. Вы бы знали, какие у меня рыжки, блядь. Это просто... Это пламя, нахуй. Ах ты ж, сука. Сейчас. Хейтерам, чтобы... Ай, блядь, я не могу! Да, сука, что это было? Отразить по горизонтали. Ебать, чат, короче говоря, если вот просто не есть... Мороженое не пить, молоко, это просто пиздец. Просто это ад, нахуй. Гонгался. Бамс. А, вот оно. Иду мыть руки. В горле. Непонятно, что сейчас творится. Короче, я ебло все равно трогать не буду, потому что, не дай бог, я сейчас потрогаю ебло. Я просто спалюсь и что-нибудь нахуй. Фух. А, щит. У них хорош гигачат, спасибо, Штормин. Фу, блядь. Нахуй, ебать, мне сюда. Ох ты, ебать, холодок по телу прошел. А ну тарелку доедай, кто еду оставляет. Иди нахуй. Фух. Ох ты ж, блядь. До сих пор припекает. Здравствуй, Игорь. Я потратил 10к, но ни капли не жалко. Но жизнь нужна. Хорошо, Коррик, спасибо. Сейчас все прочитаю. Подняла 30к, мужик, дракон, спасибо. Хороший кин был, долбоёб, огнём будешь срать, друг, знаю. Не ешь целый, пожалей маму. Всё, ты все еще можешь завещать канал мне, здоровья погибшим. Хуй страшно, да это так просто интересно было, что будет, если съесть самый соус и перец. Все же пошли варить, надо своей хуйней. Ты долбоёб, блядь. Ещё плачешь, что не мужик. Свете выпить интересный. Блин, чувствую в охуе, ждем стрим с толчка. Это мужик же Сиги, сейчас тебя рисовать берем. Хорошо, держи, я на тарелку, дай.
Я поднял отрезка, мужик дракон. Ебать, вы просто знали бы, как он пахнет, нахуй. Вы просто знали, как он пахнет. Ты знаешь, запах, когда не пахнет ничем, то есть запах, который съедает все запахи. Вот это вот этот запах. Запах смерти, бля. Запах огня, нахуй. Лайкни, пожалуйста, видео в ТикТоке. Да, запиздячу к маме, нахуй, за этим. За интерозгелем. Въебу полпачки, бля. С водичкой, на всякий случай. Ну как, ребят. Стримую в АФК. Заходим посмотреть на мое ебло. Часа по три. Вот. Че, еще один хуярим? Воду не пей, завершай срезок, закидай ссылку на мимо. Я не знаю, смогу я мимо сейчас посмотреть. Я в шоке, себя хорош, посмотри, потом телефон. Спиртом хорошо. Что за хуйня? А, это мемы открылись. Всего сейчас приду, что ты молодец, пей больше молока, одной пачки молока пиздец мало. Не, нормально, мороженое. Мороженое сильно помогает. Очень наша жизнь сильно все. Оставь меня, мне догрызу, Джингер Спейс. Дальше в туалете нежный. Иди нахуй, шакал, бля. Не, бля, ребят. Чё не говори нахуй? Ну, я нормальный перец ебал. Посмотри, здесь есть меньше. То есть здесь есть вот такой, здесь совсем есть маленький. Здесь есть вот такой, поняли? Как бы я самый... Ух, ебать, палец обожгло. Вот смотрите, здесь есть вот такой перец нахуй. Вон огромный, бля. Вот такой. Я взял вот средний, вот такой вот примерно. Средний перец. Взял его и захуярил. То есть целый, бля, целый. Ставку не успела поставить, можно повторить. Иди нахуй. Да не, не буду, и все. Я имею в виду то, что я по факту челлендж, ебать, как выполнил, правильно? 3 минуты нахуй, без воды, без еды. Но как начало в конце жечь, это просто... Это знаете, какой пиздец? То есть вот ты первую минуту хаваешь, первые 10 секунд, 20 хаваешь, и ты ешь, и у тебя просто пропадают слюни изо рта. У тебя просто начинают пропадать слюни изо рта. И после того, как они у тебя пропадут, блять, ты пытаешься сглотнуть эту хуйню, которую ты нахавал. А там косточки, они все по рту у тебя распространяются. И ты пытаешься сделать, у тебя не получается. Потому что у тебя нет слюней, просто у тебя нет слюней. И потом, когда ты смог все вот это... проглотить, ты начинаешь дышать. Типа. И чем дальше ты дышишь, тем сильнее у тебя просто ты дышишь огнем, бля. То есть вот чем дальше, тем сильнее у тебя, как будто ты двигатель машины. Как в паровозе, угля еще кидают. И у тебя дальше, да. Вот сейчас я не пью, не ем. У меня сейчас, пока я рассказываю, за то, что часто выдыхаю, у меня дальше и дальше, дальше оно до сих пор жжет, понимаете? Не так сильно. Ну, по сравнению с тем, что только что было, это, блядь, у меня для меня любая острая еда будет цветочки. Если хотите, чтобы я сравнил с чем-нибудь, я не знаю, это ни с чем нельзя сравнить, просто ни с чем. Это просто ни с чем нельзя сравнить, это самая острая вещь вообще в мире. Ну, это самый острый перец в мире, по факту.
Чем дальше идет, типа, вот вторая минута, до второй минуты ты доходит, у тебя ты просто нет времени, блядь. У тебя нет времени, потому что, вот, я, допустим, понял, что я не буду пить, не есть, и у меня просто время упало. Я акцентирую внимание на том, чтобы аккуратно выдыхать. То есть, аккуратно вот так вот, выдыхать так вот. Аккуратно выдыхать, а оно не получается, бля, выдыхать. И потом до третьей минуты уже в конце, все, я уже не могу, у меня уже сводит, блядь, ум нахуй, все сводит. До сих пор, ебать, оправдал фамилию. S-Club. Фух, бля. Следующий, представь, что я чел, который съел 22 таких перса. Это нахуй дракон, а не чел. Больше спасибо за баллы, больше нихуя не надо, живи. Людям по маленькому кусочку становится плохо, ты целый въебал. Контент, когда надо так поворот, не лови, на остальное не ужить. Продал фамилию, бро, красава, чатику. Начало вам начать, теперь это, блядь, обрежешься, нажди это дальше. Просто хочу, чтобы было весело. Ты надо пропустить ебик и не жди еще одно, с этим сдохнешь. Че, между первой и второй, как говорится. Все в казино опасно ходить, молочка больше в ебе. Даже смотри, страшно было, ты можешь, конечно, ничего не скажешь. Зря не видел тебя, у него как, может, огонь не может убить дракона. Ой, блядь, огонь не может убить дракона. Подпишись.